a mixed martial artist holding professional record. 12 wins, 5 losses. She stands 5 feet 7 inches. Zombie Girl! She stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 133 pounds, fighting out of Niagara, Ontario. And when the action begins, our referee in charge, Matthew Rocca. Matthew Rocca рассудит девушек. Good. Good. Fight. Хорошее попадание с левой руки. И ликование своих соотечественников. Бразильянку пытается здесь и хорошее обойти защиту. Защищается Качуэйра как может. Пытается оттянуть, лишить, скажем так, атакующего пространства. Тут даже боковой контроль оформила. Нее. Но вот здесь хороший момент. И запирает она соперницу. Фактически в капкан поймала. Отрабатывает, забрала. Молотки посыпались. Садится фулл маунт, и вот здесь уже очень большие проблемы у Качуэйры. Пытается Качуэйра отталкиваться от сетки. Как-то не очень много времени до конца раунда. Да, еще действительно полраунда и локоть. Можно здесь пока что. И продолжает набрасывать Джасмин удары. Опять локти в голову сыпятся. Сложно, сложно. Более того, она прижата. Практически прижата к стене вот здесь. Ну, где-то вслепую даже защищается. Очень тяжело ей приходится. Сил, но она пытается что-то здесь придумать, что-то изменить. Нужно ей попытаться уйти от сетки для того, чтобы вернуть себе пространство из этого положения. Но места пока что не хватает. А для этого необходимо развернуться. Да, тут, кстати, Жасмин и Рукисон доходят до цели. Но терпит Качуэйра, тем не менее. Безостановочные атаки. Опять локоть в голову. Прихватывала сетку, кстати. Несмотря на вот этот град ударов, которому она подвергается, она все равно остается в деле. Продолжает принимать. Иногда вытягивает руки Качуэйра на предмет потенциального рычага локтя, но Жасмин не обращает на это внимания. Дотерпела, доживает, да, до гонга. Ярких эпизодов первого раунда. Ну вот посмотрим, удастся ли прицеликать. Но все может быть еще. Благо идет вперед. С явным намерением взять реванш. Подшагивает. Необходимо нейтрализовать. Ох это. Ну вот и пожалуйста. Попадание в подбородок и хаммерфистами. Старается сейчас забивать свой соперник. Оказывается сверху. Жасмин, да, и продолжает активно работать. Тогда он и здесь уже, конечно, Жасмин будет дорабатывать. И очень тяжело приходится Присцилле. Да, продолжает. Серьезно, открылась. Вот еще раз смотрим момент. Ну что, тут фулл-баунд? Да, очередной. И вот здесь, конечно, уже будет очень сложно освободиться Присцилле. Не хочет она пробовать армбар. Есть у нее намерение просто добить соперницу, доработать. Раунд энд паунд. Соперницу на конвасе продолжает оставаться в маунте. Но Присцилла, в свою очередь, как может, выходит. Стороны Жасмин. Но она и так себя здесь великолепно чувствует.
есть возможность для нанесения ударов. Она великолепно этим пользуется. Пытается закрыть захват на удушение. Болельщики это предвидят и поддерживают всячески. Попыталась снова вернуться в маунт. В случае Джесс Дависиус продолжает свое безустанное давление. Ну и смотри, опять 2 минуты. Продолжает душить. Жасмин продолжает пытаться финишировать оппонентку. Присцилла стоически все это дело превозмогает. Видно, что тяжело, но пока не критично. А вот здесь уже, вероятно, может что-то и получиться. Вероятно. Да, есть. Да, но все равно мы видим, что есть возможность дышать у Качуэры. Поэтому она пока еще не сдается. Да, пытается встать на мост. Пробуя закончить здесь этот поединок. Да, но пока что отключить соперника. И сейчас никаких шансов пока что для Присциллы. Но пока бой продолжается, соответственно, шансы есть. Еще потерпеть. Ну, молодец, Качуэра, молодец, конечно. Потому что в какой-то момент показалось, что не сдюжит, не вытерпит она все это. И третье. Наверное, не стоит исключать того факта, что и медики могут обратить... Лицо у нее выглядит, как будто даже не UFC, а Бернакл какой-то. Согласен, но Бернакл, наверное, самое начало, потому что когда самый момент, когда опрокинула свою оппонентку Джасмин, моментально заняла позицию сверху и принялась избивать. В третий раунд. Вопрос в том, что она сможет здесь показать. На состояние, внешний вид. Присцилла Качуэры. Но продолжает Присцилла работать с опущенными руками. Вот нет. Внутренний лоу-кик выбрасывает Джесс Дависиус. Есть попадание рукой. Же, что здесь можно соперницу перерабатывать в борьбе. Здесь пытается поймать соперницу на удар справа. Присцилла. На что-то обращал внимание. Низко опущенные руки у Присциллы. Не ровен час, придется снова съесть удар. Ну вот, и по животу неплохо. Здесь Жасмин также отвечает. Здорово защищается. Скидку сейчас. Оказывает сопротивление, по крайней мере, она показывает конкуренцию здесь. Пропускает удары, идет в клинч, в тайский. Жасмин. Что ей, чтобы на что-то рассчитывать, нужно какое-то чудо совершить в третьем раунде. И, безусловно, чудо досрочное. Клинчи сбрасывает соперницу и попадает рукой. Хороший боковой. Качуэра, но снова оказывается на спине. Вот здесь уже тролль, отключена рука. И да, можно здесь работать по незащищенной голове. Пытается здесь как-то себя обезопасить, как-то выйти из этого положения. Перед, конечно же. Бьет, продолжает работать. Жасмин. Сложно было подумать, наверное, после первого раунда, что вот столько времени будет идти этот поединок, когда был такой сокрушительный. Удосрочить не удается никак пока что. Ну, есть еще время, 1,5 минуты. А вот здесь уже, похоже, не вынесла душа поэта. Себя оборонить. Отрабатывает по туловищу Жасмин. И вот ногами защищается, да, вроде бы все блокировано. Но, тем не менее, счет ног. Что-то пробует делать. Так. Крутится, вертится, как может. Жасмин, ничего не скажешь. И вот здесь опять пытается закрыть захват на удушение. Очень хочет выиграть бой досрочно. На глазах у своих болельщиков сдача. Добилась-таки своего. На радость местной публике, конечно же. Побеждает она очень сильную, очень опытную. Спасает поражение, которое она потерпела в предыдущем поединке от Трейси Кортес. Да, знаю, что это не мое не лучшее выступление, но тем не менее. Ну, я бы так не сказал. Очень трудно. Даже если бы дошло до решения, разговаривать было бы не о чем. 21 секунд раунда 3. Declaring the winner by submission due to an anaconda choke.